стенах Ульяновского государственного университета прошел крупнейший образовательный практикум «Инфорум» для студентов и работников СМИ. Темы новых медиа-трендов и ликвидации правовой безграмотности обсуждались оживленно, ведь программа форума создана под ключ для нашего региона. Наша программа «Инфорума», она всегда, каждая программа «Инфорума», она уникальна, то есть она создается под регион. Мы советуемся с руководителем Союза журналистов России. У нас есть инициативная группа журналистов, с кем мы списываемся, спрашиваем, актуально ли это будет для вас или нет. Опытные акулы-пера пришли на форум ради интереса, а будущие звезды первых полос и экранов успели набраться знаний от авторитетных спикеров. Второкурсница Александра Волкова оценила не только непринужденный формат подачи информации, но и отзывчивость организаторов. Организаторы очень хорошо взаимодействуют как бы с людьми. Они заинтересованы в том, чтобы были заинтересованы мы. То есть даже в социальных сетях проводится как бы обратная связь такая некоторая, что ты можешь рассказать о форуме, поставить хэштег, и тебе за это будет как бы маленький презент. Авторитетным и опытным работникам СМИ тоже необходимо развитие, ведь сфера масс-медиа прогрессирует слишком быстро. Инфорум, сотканный из обсуждений, воркшопов и мастер-классов, как раз и создан для расширения кругозора. Вообще образование журналиста, оно должно быть непрерывным, потому что не можно вот остановиться. Вот я отучился в университете, получил знания, и хватит этих знаний там до 100 лет. Не может такого быть. Потому что медиасфера очень такая живой организм, она меняется, то есть каждый год, каждый день, каждую там неделю. На инфоруме самые талантливые и знающие специалисты поделились своим бесценным опытом, при этом абсолютно бесплатно. Кстати, один из гостей форума, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, посетил накануне издательский дом «Ульяновская правда». Общение с ульяновскими коллегами прошло в неформальной атмосфере вопросов-ответов. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».